Продолжаем четвертый тур Мелбет первой лиги. И закрывается воскресная программа этого тура в городе Махачкале, в столице Республики Дагестан, матчем между махачкалинским «Динамо» и челнинским «КамАЗом». От этого наверняка извлекут выгоду футболисты. Но и Дмитрий Стрельцов, главный арбитр встречи, готов дать стартовый свисток к этой бойне. Поехали! С центра поля челнинцы мяч разыгрывают. Они сегодня в белой форме. Махачкалинцы играют в традиционной для себя, синем комплекте. А вот сейчас они идут за первым голом в этой встрече. Магомедов! Здорово! Касентура бьет! Но бьет выше! Это было очень классно. Но пробить точно у Касентура не получилось. Получил скрытую передачу от партнера, пробил и, видимо, по инерции просто попал по ноге Артему Абрамову. И эти болевые ощущения сейчас защитник КамАЗа испытывает именно из-за стыка с ангольским нападающим. Итак, Таликин, разбег. Таликин бьет и бьет точно! И Волк тащит из-под перекладины сложнейший удар. Момент еще у КамАЗа. И Таликин сейчас как будто к небесам обращается, не понимая, как Давид Волк справился с этим ударом. Прекрасная работа голкипера. Синтура против двоих, но это его не пугает. Он прекрасный дриблер. И сейчас это пытается доказать. От двоих почти ушел. Юсупов пробил. И мяч пролетает далековато от ворот. Но по изначальной траектории казалось, что этот удар может быть гораздо опаснее. Он мяч себе подработал, поднял голову, низом играет на Абдуллахе. Того подвела немножко обработка, но Абдуллахи с честью выбрался из этой сложной ситуации. Переложил мяч с правой на левую. Ну и активный фан-сектор тоже есть. Он тоже там развлекался и продолжает это делать активно. Подача, момент и добивание мимо. Боже, как отсюда не забил Абдуллахи. И как спас свою команду Артур Анисимов. Вот и ответ динамовцев на опаснейший штрафной КамАЗа в первом тайме. Это Ковачевич бил в упор. И уже все, как будто бы атака зачахла. Но Гаглоев до последнего пытается привести ее к жизни. Подает удар и гол! Гол, гол, гол! КамАЗ забивает. И это делает Роман Мануйлов. Эта дальневосточная связка работает все еще. Спустя время Гаглоев, Мануйлов теперь в одной команде и теперь творят голы в ворота соперников. Первый гол КамАЗа на выезде в этом сезоне. Вот так трудно. Через тернии он пришел. Гаглоев, казалось бы, уже упустил момент и все равно выжил последние соки. Дальше пас в центр. Исаев. Удар издали не получается. И контратака КамАЗа прерывается финальным свистком Дмитрия Стрельцова. Первая гостевая победа КамАЗа случается в столице Республики Дагестан.